Здравствуйте, я Рустам Нуриев, администратор башкирской Википедии. Время от времени помогаю другим языковым разделам, чем могу. Вот, хочу сделать вики-урок для финской Википедии. Призывают. Вот, туинского языка я, конечно, не знаю. Я не знаю, как должно быть устроена Википедия, как должна работать. И могу сделать кое-что даже без знания языка. В Википедии есть такая система категоризации статей. То есть сбор в одном месте статей одной тематики. Например, статьи, относящиеся ТВА, будут собираться категории ТВА. В самой категории ТВА можно сделать категории и так далее. И одна статья может иметь несколько категорий и относиться к нескольким таким категориям. Вот. Но так как я, опять-таки, языка не знаю, я буду делать те категории, которые должны быть обязательно. Во всех языках, разделах они присутствуют. Например, родившиеся в конкретный день, конкретный месяц, конкретный год. Вот, например, я сделал категории, родившиеся по дням в ноябре. Вот 30 категорий на количество дней, родившиеся в ноябре. И в некоторых категориях есть уже статьи, относящиеся вот на 19 ноября. Статьи вот эти люди, Ломоносов Михаил Васильевич и Абдул-Валлах Кара родились 19 ноября. Эта категория, родившаяся 19 ноября, сама входит в категорию родившиеся в ноябре и в категорию 19 ноября. Эта категория еще не создана, поэтому пока видно красным. Возвращаемся в категорию родившиеся в ноябре. Она, в свою очередь, входит в категории просто родившиеся. И видим, что здесь по месяцам родившиеся все. 12 категорий, подкатегории родившихся по месяцам присутствуют. Мы начнем следующим этапом практических занятий. Продолжим родившиеся декабря. Видите, показывает, ноябрь показывает 30 категорий, а декабрь показывает 16 категорий. То есть не все дни в декабре уже еще созданы. Вот это теоретический урок. На этом пока завершим. Практически сделаем отдельным самостоятельным уроком. Спасибо за внимание. Смотрите следующее видео. До свидания.